Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, а также Екатиполиция криминальная. Ух ты, круто. Я, кстати, в детстве всегда мечтала стать полицейским. И сегодня мы находимся в самом законопослушном и добропорядочном городе на этой планете. Мы находимся там, где уровень преступности равен нулю. И мы находимся там, где произошла такая история, что одного человека, не буду называть его имя, посадили в тюрьму на 90 лет за то, что он обзывал своих любимых ютуберов в комментариях пипуки. А еще на канал не был подписан. А еще лайки не ставил на видео, ага, вот. Поэтому надо все это делать, чтобы в тюрьму не посадили. Все, я поняла, где мы находимся. Это точно Омск. Знаешь, почему это Омск? Потому что в Омске есть российский универ при МВД России. Я вот туда на самом деле хотела поступать, но потом подумала, ну как это я стану вот это полицейским там вот это. Это надо было в Омск ехать, подавать документы, там жить. И знаешь, прям, ну там вообще, конечно, город такой еще. Вот там ноль криминала, ноль преступности, отличные полицейские. Везде все патрулируется вот так вот туда-сюда. Угу, да-да. Ну слушай, ну мне кажется, надо с тобой будет 100% в Омск съездить, если там вообще криминалистики нет. Можно гулять по улице, не бояться, то, что тебя сзади кто-то по башке стукнет, да? Да-да-да, ты кошелек потеряешь, его никто не возьмет. Никто не возьмет. Ты можешь потом прийти, вернуться и забрать его обратно. Ну как их называют? Омичи. Я вам завидую. Вот в Новосибирске, где мы с Катей живем, там криминалистики, вот это выше крыши. Надо в Омск переезжать, Катя, в Омск. Алло, алло, милиция? Да, это я, это Катя Крафт. Подскажите, пожалуйста, вы не видели бога Майнкрафта? Он случайно не у вас в тюрьме сидит? Мы вот его разыскиваем очень давно. Не видели? Ну, блин, ладно. Если вы поймаете, вы обязательно мне перезвоните. Скажите, хорошо? Ну все, давайте, поки-поки. Говорят, нет такого. Ты что сейчас сделала? Я звонила в полицию. И ты полиции сказала поки-поки? Ну да. Ладно, пошли. Бога Майнкрафта по телефону ты вряд ли в этой жизни сможешь найти. Зато ты сможешь найти бога Майнкрафта, возможно, в той деревне. В каждой серии Майнкрафт, но мы в самом начале находим деревню. И, возможно, эта самая деревня нам раскроет какие-то секреты. Поэтому давай, пропердохали вот туда. Ну, слушай, я уже вижу, какой-то вертолет там на крыше стоит. Выглядит солидно, тебе не кажется? Ну, слушай, ты изначально как бы сказала, что это Омск. Естественно, в Омске везде будут вертолеты на каждой крыше. Все, давай туда пойдем. И посмотрим, что же происходит в этом городе. Так подожди, ты мне даже не рассказывала то, что ты в детстве в полицию поступать хотела. На самом деле это реально было так. Просто там очень много всякой заморочки было, там поступление, не поступление. Но это так, это действительно я хотела. Полиция, все же полиция, как бы сложно в полицию уже попасть, нет? Да, очень сложно. Там, если тебя из этого института выгоняют, ты должен все расходы потом покрыть. То, что за тебя, ну, универ заплатил. Так, подожди. Ты смотри, какая элитная деревня. Там два трактора каких-то стоят, Кать! Чурмой розовый! Стой, подожди, давай ты ничего трогать пока что не будешь. Розовый, красный, жители, ты посмотри, какие дома красивые, голубенько-белые. У тебя бензина случайно нет, трактор не заводится. Слезь, пожалуйста, оттуда. Все слезло, все сразу. Слушай, ну если это такая элитная деревня, давай мы быстренько пробежимся по домам, и возможно там мы что-то сможем найти. Давай, иди смотри, что в сундуке, быстро. Все, смотрю, так. О, алмаз чурмой. Какой алмаз? Да в этих маленьких домах никогда алмазы не спавнятся. Как ты врешь, обманщица? Иди посмотри, один алмазик такой лежит одинокий. А, ну спасибо, я его забрал. А, блин, я же сказала мой. Ну все, как бы поздно. Так, давай в этот дом. Давай вот сюда. Вот забегай в этот дом. Давай. Я еще морковки хочу тут это понадыбать. А там чё? Чё в сундуке? Ну тут есть золотые яблочки, изумрудный блок. Слушай, неплохо. Неплохо мы обогатились сегодня. Так, все забрал себе, прекрасно. Изумруд, алмаз, три золота. Нифига себе, Кать. На яблочко золотое поделюсь с тобой еще, ладно. Так, еще один домик. Если нам повезет, то тоже будет алмаз. И алмаз, Ну да... Дай мне хоть один алмазик-то, ну поделись. Так, давай за мной. Слушай, так эта деревня, походу, такая богатая, что с ума можно сойти. Опа,
кузница. Слушай, если мы в обычных домах находили алмазы, прикинь, что будет в кузнице. Просто рай на земле. Погоди. Мы же все-таки в Омске. А ты сам знаешь, что тут криминал не особо-то приветствуется. Угу. Да че ты очкуешь? Да я тебе говорю, все будет нормально. Давай пошли в кузницу. Мы сейчас там сокровища просто богов найдем. Давай, я тебе доверяю проверить этот сундук. Что там внутри? Ой, ну спасибо большое. Так. Японский бог Майнкрафта. Заходи, смотри. Только рот не это, не потеряй свой. Ага. Челюсть, чтобы не выпало. Раз, два, три, четыре. Так, все мое. Собака, я два алмаза успела забрать. Когда ты научишься все предметы сразу забирать, вот так Ctrl зажимаешь, два раза мышкой, и все предметы у тебя, Кать. Еще один алмаз успела спереть. Так, ну все, нам пора валить уже отсюда, давай. Да, давай. Быстро выходи, пока она здесь не спали... Это у тебя телефон звонит или что это такое? У меня нет телефона. А у меня тоже нет телефона. Выйди на улицу! Давай, выходи! Надо валить отсюда быстрее, пока нас никто не спалит. Это сигнализация сейчас или что это сейчас? Походу да, походу они прочувствовали, что мы все украли. Тихо. Какие руки вверх? Какую морду в пол? Стволы свои спрячьте, хотя. Давай назад, медленно. Идем назад, ребята. Мы дружелюбные создания. Начальники, мы вашу как бы деревню забрили вообще случайно. Мы в дом зашли, там нас вот этого алмазами позолотили. Мы-то тут вообще как бы не при. Кать, давай отдадим им все, что мы сейчас. Это мы все отдадим, мы здесь по ошибке абсолютно. Да, вообще очутились, вот алмазы. Давай, выбрасывай. Мы тут как бы мы развернемся, мы прямо сейчас уйдем. Все, мы вам все вернули, Все, мы пошли, да? Пройдемте с нами живо! Ну слушай, ну может быть угостить там чаем, хотя дружелюбные, может быть, ребята. Да, да, че. Ладно, давай, пошли за ними. Так, главное не рыпаться, вести себя спокойно. Конечно, вести себя спокойно. Мы в Омске, тут только спокойно надо вести. Мы вообще никому, мы же никого не убивали, мы всего лишь украли все вот это, алмазы. Ну что тут такого? Как говорится, что украли, то можем и вернуть. Ну, а я уже вернул, нас не за что сажать. Ладно, мы заходим. Здравствуйте. Здравствуйте, господин начальник, майор, старший лейтенант, генерал. О, это я вам звонила про бога Майнкрафта тогда узнавала, да? Мне кажется, или он хочет, чтобы ты туда внутрь зашла. Ну, а вы уверены в этом? Вы вообще, вот молодой человек, уверен, что я... Проходите, да, котен уверен, проходи. Ладно, чур моя, вот эта кровать слева. Это моя кровать, я сразу на нее посмотрел, это моя кровать. Конечно, хорошо, тогда вот я сюда присяду. И ты на сральнике спать будешь? А что нам еще прикажешь делать? Кать, мы попали в жопу просто! Мы пришли в Омск, как всегда, в обычную деревню, нас только что в тюрьму засадили! А я тебе говорила, Омск не любит криминала, не надо было чужое брать, а ты да пойдем, да не стыдно. Да я только... Господин начальник, вы все неправильно поняли, это уже где-то 60-я серия Майнкрафт, но да мы каждую серию кого-то грабим, мы каждую серию откуда-то алмазы воруем, а вот только ты сейчас... Ты дурак, что ли? Мы никого не грабим, мы просто берем и забираем то, что нашли. То, что ничего, мы берем и забираем, а все, потом вот... Не, ему все равно, походу, нас даже не слышит. И что нам сейчас делать? Мы еще до конца серии сейчас в тюрьме будем сидеть или что? Да не паникуй ты, надо подумать. Подожди, надо подумать. Ты думать умеешь? Ну, иногда стараюсь, но как получается... Думаю. Может, мы ему взятку дадим? Может, мы... Вот, смотри, там одно зачарованное яблоко. Вот одно зачарованное яблоко, и вы нас выпускаете, господин майор начальник. На, держите, забирайте. Как вам яблоко взамен на нашу свободу? Мне кажется, ему посрать вообще. Он в этом ноутбуке своем сидит, и он даже не видит нас. Он в Майнкрафт играет, все понятно, ладно. Я придумала. Я все придумала, смотри. Видишь вот это? Ну? Отвлеки его быстренько, мы так сейчас оп, и все, и убежали, и все, и ищи нас днем с огнем. Ты там стоишь долго будешь, а? Иди сюда быстрей. А что, так можно было? То есть да, мы вообще-то в Майнкрафте как бы, все. Валим быстрее, что ты стоишь? Валим нафиг с этого города!
Тетюшка вот эта тюремно-побежная, вот это убежала с тюрьмы, первый раз попала и сразу же убежала. Сюда, главное, это не, как это говорится, по-тюремному. Ну, не мороси, короче, вот. Не мороси, все, давай, ласты в руки, побежала. Ну, вроде чисто. Полиции нет, никто нас не поджидает. Слушай, может в этом данже что-то будет, что мы сможем стыбзить незаметно? Ну слушай, это же уже не полицейский участок, да? Поэтому мы можем спокойно забрать, и нам ничего не будет, ну, идем. Это же не Омск уже получается, мы из Омска ушли, все, давай посмотрим, может тут хотя бы один-два алмазика найдем, если повезет. Да, чермое. Если успеешь забрать. Успею! Ну давай тогда, бери и копай, только самое главное, вот, только не пад, не, никуда, куда, стой, стой, куда ты разогналась, это главное на плиту-то, не падай, Кать! Не падаю, все нормально, тихо, смотрим. О, алмазная конская броня, неплохо. Ух, ты бабай, так, хорошо, здесь... О! 7 алмазов только что в сундуке нашел, 7 алмазов! Кать, да. 13 изумрудов. Все, и книжка какая-то, книжка, подожди, что за книжка? Починка! О, круто! Ядрить, колотить, короче, забирай все, что здесь есть, вот-вот все. Да, и здесь еще 24 изумруда, 4... Эффективность 2, книга, круто. Забирай все, что здесь есть, Кай, ну вот видишь, не только в Омске мы с тобой богатыми можем стать, а и здесь тоже. Все, давай выбираемся наружу, давай быстро. Ну да, данжи он ничей, поэтому нам ничего не будет. Все, давай копай себе блоки и выбираемся. Ну вот, видишь, если бы не твоя смекалка, мы бы, походу, сегодня из тюрьмы даже бы не выбрались. А тут ты смотри, как быстро сообразила, то, что блоки-то сломать можно, не? Давай вылезай, вот. Поэтому, чтобы больше нубасиси меня не называл, понял? Все хорошо, ты больше не нубасися, все, да... Ты опять мобильный телефон звонит? Ну, не, так подожди, мы же уже не в Омске! Подожди, это Кормиловка, это область Омская, поселок рядом, это же тоже как Омск считается. Какая Кормиловка, мы же уже вышли из Омска, ты о чем? Ну, по сути, область тоже считается как Омск, ну подумаешь Кормиловка, ну подумаешь поселок, значит тут тоже полицейские хорошие. Ну мы же не в Омске даже, ну, Кать... Ребят, да мы... Ну это же данж, он же не ваш. Вы что придуриваетесь-то, ну? Ну это же сокровищица, это уже... Руки... Кать, руки вверх на всякий случай, вот это... Да какие руки вверх? У него снайперка в руках. Ребят, мы тут ни при чем. Господи, давай опять отдадим все, что мы наворовали. Ладно, держите, забирайте все, забирайте. Да. Только в тюрьму нас не сажайте, пожалуйста. Вот вам алмазы все, книги тоже. Книги, оставь книги. А, ладно, книги это мои книги. Ребят, мы сдаемся, то только если у тебя есть пушка, у меня нет пушки, у тебя есть пушка? У меня есть лук. Ну, лук то... У меня есть лук, отойдите от меня! Ты дур, сейчас тебе еще больше срок впилят. Я пошутила. Ладно, мы идем за вами, все, давайте ведите нас. Слушай, Кать, ну это жопа настоящая, честное слово, давай садись в машину, садись. Давай. Хоть ветерком прокатимся. Везите нас, господины начальники. Пришли в данж, в тюрьму попали. Слушай, в этом Омске дышать, походу, даже не разрешено. Тебя тут в полицию за все что угодно заберут. И что нам надо было делать? Просто ходить и говорить, ой, какая красота. Ой, я в мазике лежат, то мы их брать не будем, да? Вот так вот мы должны играть. Все, давай мы лучше заткнемся, а то сейчас реально еще срок больше впилят нам. Ой, все. Эх, жизнь воровская. Занесло меня куда не надо. Ну ничего, денёк-другой посижу, может мысли светлые придут. Денёк-другой или годик-другой сейчас посидим, если предыдущий раз тюрьма обычная была, сейчас она из обсидиана вообще. Сейчас, погоди, что там мент делает? Отвлекся, не отвлекся? Слушай, да он всегда отвлекается, он просто на ноутбуке своем в Майнкрафте играет и все. А, ну тогда помогай мне. Без слов, тихо, молча, просто валим. Ты что делаешь? Ломаю обсидиан. А, ну да, обсидиан же тоже ломается. Тогда я тебе помогаю. Давай еще вот этот ломаем. Слушай, Кать, у тебя башка просто алмазная, реально. У тебя там вместо мозгов и вот эти изумруды или бриллианты. Ты что такая умная-то сегодня? Не-не-не, вместо мозгов у меня там мозги. Это у тебя в голове алмазы одни. Давай, побежали, пока нас опять не словили. Второй побег. Валим. Второй побег за одну серию, Кать. Валим на гелике. В каком гелике? Мы пешком валим, алло. Ну, дай помечтать. Ну слушай, это не Омск. Это факт, что это не Омск, и это даже не Кормиловка. Это Марьяновка.
А, это даже не близко к Омску тогда получается, да? Ну это чуть дальше, чем Кормиловка, то есть еще как бы дальше от Омска. Ну слушай, как бы Марьяновка уже точно уже не входит в Омскую область, то есть мы можем пойти нормально там все своровать, да? Я думаю, что да, но все-таки нужно быть осторожными. Все, давай тогда меч в руки, вот это все в руки. Жители, здравствуйте, сразу тогда в кузницу, если здесь есть кузница. Вот она, кстати, давай сюда сразу за мной. Давай, быстро, 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 операция. Так, я, давай. Давай, быстро, заходи, смотри, что там внутри в сундуке. Так, конечно, конечно, это обычная рядовая деревня, где вот столечко алмазиков у нас тут есть. Сколько здесь у нас Ешкины картошки опять все мои, и изумруды опять, и хлеб опять весь мой, и вот это яблоко все мое, Кать. Ну, конечно, не так густо, как было в предыдущей деревне, не 20 алмазов, зато хотя бы 6. Все, давай сразу тогда поделим поровну, вот тебе... Изумруды тебе. Все? О, отлично. Ну все. Пойдем дальше, посмотрим, может еще что есть. Стул классный, смотри какой. Все, давай, что жопу рассела? Давай, может здесь еще в... Да ну хватит! Это так не работает, мы в Варьяновке. Опять сигнализация или опять телефон звонит? Да я уже не знаю, где вот эти вот сейчас должны подъехать. Даже не... Да... А давай мы их не будем ждать, пока они подъедут. Давай, руки в ноги, ноги в руки. Давай, побежали нафиг с этой деревни к чертовой б... Да. Господин начальник, вы слушайте, вы нам уже как родные стали, честное слово. Подождите, это же, это не... Как она там называется? Это же Марьяновка, это даже не Омская область. Как, почему вы нас прессуете? Опять руки вверх. Да руки вверх, это группа такая музыкальная. Забирай меня скорей. Увози за вот это. Марии и целуй меня везде, вот это да. Ладно, выбрасывай обратно. Ёханый ты баба. Все, 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 мордой в пол, мордой в пол. Вы заколебали. Мы что, сегодня вообще ничего воровать не сможем? Ну, в смысле, одолжить. Взять то, что ничье. Че, опять в машину? Опять в машину. Пошли, Катюха. Слушай, мне кажется, надо вообще сваливать отсюда. Куда подальше, вообще в другой мир Майнкрафта. Давай, запенюхивайся. Поехали. Везите нас, давайте. Пападос. Пердосос. Я по-другому это сказать не могу. Кать, ну все, это уже бедрок. Уже не возьмешь и не сломаешь так, как ты сломала обсидиан в предыдущий раз. Погоди, ты же мне всегда говорил, что бедрок ломается. Но только не в Омске. В Омске его делают сверхпрочным. Здесь он вообще никак, Кать, не сломается. Поэтому надо другой какой-то план. И мы реально до конца жизни здесь в этой тюрьме проведем. Ну, у меня есть один план, пока я вот сидела на белом друге. Есть у меня один план. Ты только тихо будь и все делай, как я скажу, понял? Давай, не мешаю даже. Оп. Товарищ полицейский, прямо смотрим, не оборачиваемся на меня. Поняли? Тихо, я тебе сказала, смотрим прямо, не оборачиваемся. Быстро снимаете свою одежду. Поняли? Бегом! А перед тем, как осуществлять в жизни этот свой тупой план, ты со мной хотя бы могла посоветоваться? Ты бы не одобрил! Снимайте одежду быстро, я говорю! Снимай трусы быстро! Делай то, что женщина говорит! Или трусы не надо? Трусы не надо. Тогда трусы не снимайте, все остальное снимайте! То есть, вот это был твой план? Раздеть полицейского и самим в него переодеться, что ли? А его-то ты куда дела? Ну, я его в шкафчике вот здесь вот спрятала. А чё, нормальный план. Слушай, ну, с одной стороны, как бы да. Тогда получается, нас вот эти мусора... Полицейские нас тогда сейчас трогать не будут. Мы можем выйти нормально погулять по деревне. Мы же типа в них превратились, давай. Ну все, пойдем проверим. Надеюсь, никто не спалит, никто тут друг друга в лицо не помнит. Сюда. Омские, как бы полицейские. Здравствуйте. Проверка города. Здравствуйте. Здравствуйте, генерал Катя Крафт и рядовой Эдисон Пипедисон. Какой? Этот генерал Катя Крафт и майор Эдисон Пипедисон. Доложите обстановку, что вы здесь охраняете? Банк. Казну, значит, городскую охраняют, да? Рядовые сержанты вот эти, откройте нам, пожалуйста, мы инкассация, мы проверить, сколько там бабок в Омске сегодня находится. Надо пересчитать все денежки, да, Катя? Понимаешь? И да, не дай бог копеечки хватать не будет, мы тут всех пересадим у вас, поняли? Разнесем, все, стойте здесь и охраняйте, мы пересчитаем. Катя, давай, заходи. Мы пересчитаем и вернемся охранять. Ёперный театр! Так, подожди, а здесь что? Три алмаза. Так, дальше.
Еще три алмаза! Как там надо нажать Ctrl, Shift, что там надо? Нажимай Ctrl и два раза по предмету, и тогда забираешь сразу же все. 11 алмазов. Кошмар, а что так можно было? Тут в сейфах столько всего. Давай забирай все, что здесь есть, пока мы вот эти, пока мы полицейские, мы сейчас это все унести-то сможем. Книженцы тут тоже крутые. Блок алмазов, смотри, блок алмазов! Забираем нафиг все. А как там это все вынести-то? У меня в инвентарь даже все это не поместится. План, как и раньше. А? Слушай, подожди, а вначале же мы там тракторы видели? Может, мы типа инкассации переводим денежки в другой банк? Ну, если быть вообще скрытными, то это тоже хороший план. Так, собирай, собирай, собирай. Все нормально, деньги хватает, все хватает, денежки есть, денежки есть. Так, Катя, иди сюда, затаскивай все в прицепе, сейчас трактор притащу, давай. Давай, 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 может быть, второй прицеп тоже? Да, нет, давай, иди. Мы перевозим денежки в Марьяновку, в Марьяновку, в соседний банк перевозим. Сейчас я тогда трактора вот эти заправлю, как они заправляются-то. Так, вот здесь бензин, так, да без разницы на самом деле, куда мы перевозим вот эти деньги, главное, что мы их перевозим, Кать. Да, на самом деле, куда хотим, туда перевозим, а что вы нам сделаете? А что, мы генералы и майоры. Так, и твой трактор тоже надо немножко подпризаправить. Вот, подождите, вот так. Кать, ты все в сундук сложила, в прицеп? Да, все. Катя Крафт, генерал, тогда давайте, прицепляйте прицеп к трактору. Так, это вот так работает у нас? Да, вот, молодец, все. Тогда давай, садись на свой вот этот розовый, я на красный. Ну все, погнали. Эрон, дон, дон. Эндорон, доророн. Эрон, дон, дон. Все, было приятно с вами познакомиться. Охраняйте дальше. Там еще вот парочку золотых монет осталось. А зайдите, кстати, внутрь. Пересчитайте, все ли там осталось. Зайдите внутрь, пожалуйста. Ага, охраняйте там все тщательнее. Мы скоро вернемся. Никогда. Ну все, генерал Катюшка Крафт. Че, валим отсюда с баблишком? Валим, валим, валим на тракторе. Слушай, с этим всем баблом мы сейчас себе реально гелик можем позволить купить, а не то что тракторы. И все, и никаких руки вверх больше не будет, никаких мордой в пол. Мы сами здесь закон, мы сами всех арестовать можем, а тем более тех, кто что, Катя? Те, кто не подписывается и не ставит лайки. А ты в тюрягу не хочешь? Лайк поставь. Рондондон. Дындару, рондон.